have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Был у нас небольшой перерывчик, знаю. Все нормально, все хорошо. Возвращаемся в дождливый мир. Сейчас я вспомню, как играть. Так, удерживайте, чтобы та-та-та-та-та-та-та. Угу. Почитала ваши комменты. Вылези. В смысле? А все, я теперь тут живу, в этом убежище. Я, конечно, все понимаю, но... А как? Наконец-то. На самом деле, много чему научился из того, что вы говорите. Можно даже назвать это... комментаторскими войнами, что ли, потому что мнения там сильно поразделялись. Я пытаюсь... Так, вот так кидать. Пытаюсь всех слушать, разговариваю, с кем могу, с кем не могу. А, серьезно, там тоже есть это... усыпальница. Она получается прямо на входе, да? Угу. В общем-то, насколько я понял, что вот верхняя локация, она... Она получается, что не приводит меня в какие-то определенные места. Опять же, опять вот это. Нет, я не буду, потому что мне нечем спать. А наверх что? А наверх ничего, а зачем? Ну, хорошо, допустим. Но тут у нас абсолютно новая локация, нам бы похавать. Так, ладно. Чё, так же интересно, а вот эту белую фигню, её можно кушать или нет? Так. Слезь с него, возьми. Вот, вот это можем взять. Так, а тут у нас... пролезь. Только один проход вниз. Почему-то мне кажется, что вот этот механизм, он какой-то... он может работать каким-то образом. Ну ладно. Я хочу есть вот эту белую фигню. Угу, спасибо. Ладно, я могу... Да ладно, пойдем так. Туда проходим. У нас есть два выхода, да, получается? Сюда я не могу. Поехали, раз. Обидно, что у нас есть место поспать сразу там же, а при этом нету поесть. И теперь поесть вон там. А зачем мне сюда? Тут такое место, как будто чисто для ящерицы. Могу. Отлично. Пойдем исследовать что-то новое. Тут мы еще не были, по крайней мере. Это приятно. Меня тут, правда, сейчас сожрут, скорее всего, но... Кто же с такими мелочами-то будет считаться, да?
этот постоянно такой: идем, идем, еда там, идем, еда там, пойдем. Прикольно, кстати, это все выглядит. Свались отсюда. О, там есть... Гарпун. Гарпун я хочу. Где мы? Можно сюда, можно сюда. А, сюда. Гарпун там, кстати, наверху. То есть, если я залез бы вот сюда... Оп! Теоретически. Хорошо, поехали дальше. Что это такое? Это опасно? Это не опасно? Это... Ты кто? Еда там, я понимаю. Я не хочу тут задерживаться. Оно на самом деле не выглядит опасным. Сожрать я его не могу. Отрыгни, спасибо. Стой. Возьму копье. Я не знаю, что это за ребята такие. Их тут много. О, тут хавчик есть. Они как светильники какие-то. А как мне до хавчика добраться? Ешь. Хорошо. Теперь нам, по крайней мере, хватит. Оп, а я могу сбить хавчик? Там сверху еще есть. Я с ним не могу двигаться. Кстати. Ну, двигаться могу, конечно. Но очень ограничено. О, здрасте. Давно не виделись. Это вообще... Что? Это темнота... Уровень с темнотой. Блин, там что-то ползает, погоди. Я перепутал кнопку. Оно опасное. Это можно есть? Можно! Это еда! Супер. Только теперь возвращаться... Что происходит? Возьми копье. Поехали. Так, тут мы еще не были. Мне бы найти убежище сейчас. Другое. Было бы прям... Ой, тут столько еды еще. Что за вибрации геймпада, блин? О, тетя, оно сюда идет. Мне это не надо.
До свидания. Где? Зачем я? Сюда мне нельзя. Блин, вибрации геймпада начинаются уже постоянно. Это... Мне это не нравится. Я, наверное, пошел. Если получится пойти. Я понял, где. Обратно. Блин, дождь начинается. Я это знаю уже. Фигово, я не успею. Тут слишком далеко. Меня сейчас затопит. Чуть-чуть не успел, ты прикинь. Ладно, по крайней мере, души недалеко. В общем, три раза геймпад вибрирует. После этого такие, ну, все, до свидания. По крайней мере, души недалеко. Поисследовали, блин. Давай, перекидывай меня. Уровень стен... А, погодите, так вот этих вот котят, их, наверное, нужно с собой как фонарик держать. Ты просто берешь, хватаешь его за шкирку и тащишь с собой, потому что он светится. Но, блин, это... Ох, это ж... Да вы чё? Это, конечно, можно, но, это... но так нельзя. Но я прилично так не дошел. Мне казалось, что я был ближе. Прилично так не дошел. Сейчас надо свои души подобрать. И... А куда потом? Я там не нашел никакого нового убежища. Вот я. Ты что сделал? Жри. Вернул и на том спасибо. Вот там вниз можно. Попробуем сейчас туда. Идем со мной. Маленький пушистый утырочек. Ешь. Просто чтобы у нас был варик поспать, если мы найдем новое убежище. Вот, туда мы, кстати, еще не ходили. Здрасте, до свидания. Так, я думал, что он отвернулся. Я думал, что я сейчас проскочу мимо него и все. Вы там говорили, кстати, про рамочки вокруг этого. Я сейчас пытаюсь заметить. Каждый раз, в общем, в каждых комментариях появляется какой-то новый способ определения, сдох ты или не сдох. Забей. Продолжить. Ну. Ч?
печальненько, печальненько. Там вот эта фиолетовая ящерка. В прошлый раз она не доставила меньше неприятностей, чем в этот. Ладно, давайте я доберусь до душа, оттуда продолжим. Что-то я не понял, куда делись мои души, но тут есть вот эта штука опять там сверху. Я что-то не хочу с ней опять встречаться. А у нас тут вниз и туда. Вон, показывает мне место смерти, но там я душ моих найти почему-то не могу. Это печально. Если я сейчас потеряю из-за этого прогресс... О... А фиг ли мои души здесь? То есть я тут раньше вообще ни разу не был. Я первый раз сюда при... Там есть место поспать. Все, поехали. Прикольно, кстати, как у нашего героя отсвечивается то, что он типа чувствует в темноте, а не видит. Все, спи. Фух, нашли новую сохраняшку. Отлично. Потому что та, которая вначале, конечно, приятно, что тебе сразу дают вначале, но не возвращаться очень далеко. Сейчас вот эта фишка с темнотой. Темноту не люблю. Про темноту предупреждали, но темноту не люблю. Ничего не поделаешь. Странника мне еще через один перекинули. Наверное, потому что я, опять же, там не сохранился, в том святилище. Я не знаю, дает ли это что-то или нет. То, что я подряд собираю, не подряд... Нужно оно мне, не нужно. Так, тут у нас есть проход. Там проход поверху. Куда-то вправо, непонятно. Здесь у нас вправо, но мне нужен светящийся код. Без него будет прям плохо. Хрена себе. Типа да, она мне что-то подсвечивает. Как? Куда? Я что-то ползу. По крайней мере, эти чертовы ящерки светятся. С другой стороны, мы вон с вами уже видели этих придурков, которые абсолютно не светятся. Человек, но паук. Я что, в какого-то туалетного червя играю? Что за нафиг? На самом деле, оно... Так, я, кстати, копье-то выкинул. И одну эту фиговинку я проглотил. Теперь из-за копья, кстати, забраться не могу. Я вниз? Вниз не могу. Погоди, а как выглядит комната? А! Я понял, что от меня хотят. Нет, не понял. Я ж туда не заберусь. Вы чё, это нереально? Что? Весело. Вот как это делается. Я понимаю, но я же не могу туда забраться.
Или я что-то не понимаю в этом мире, погоди. Мошки туда, все туда, это я, конечно, понимаю. Но я же не могу туда залезть, у меня нет никакого ни двойного прыжка, ни хрена, чтобы я мог это сделать. Тут есть вот эти вот какие-то зацепы. Но с их помощью я не могу сделать абсолютно ничего, к сожалению, кстати. То есть, видите, у меня есть отскок от стенки. От стенки. Но по самой стенке, по одной, я забраться никак не могу. Так, там какие-то есть переходы по верху. Оп, это я заберу. Ладно. Если я что-то как-то протупил, и я не могу там понять, что я делаю, то, пожалуйста, напишите. Но, как по мне, у меня просто сейчас не хватает скилла до туда добраться. Эта фигня меня не видит, да, я так понимаю? Мимо. Мимо! Пошел отсюда. До свидания, неудачник. Жрать-то мне нечего, кстати. А вниз... Туда вниз можно. Нафиг тебя. И чё? И как? И почему? Почему? Как я это должен играть? Отлично, сожрали. Меня эта фигня просто сплетает и утаскивает, и все. Да, тут без вариков. Туда можно пробраться. Давайте я третий раз сейчас попробую. С копьем. Я не знаю, как это все будет. Эта фигня там, да? Вон я ее вижу. До свидания. Я сейчас тут съем. Отлично. Где я? Это мне он сейчас угрозу показал, да? Угу. Я понял. Тут тоже какая-то. Ну все, да, она меня моментально накидывает. Я его видел, но
То есть примерно его можно как-то увидеть, как-то избегать, вообще без понятия, какая-то клякса. Но теперь у меня еще и ХПшка находится там. Короче, ладно, ребят. Давайте, да, я понимаю, что эта серия будет, наверное, капельку короче. Там можно было дальше пройти. Как мне бороться с этими черными говнарями? Ладно, давайте я еще один заход сделаю, так уж и быть. Надо будет попробовать в них покидаться. Я все уронил? Я молодец. Оно здесь! Их много! Нет, она меня подцепила. Я не успел съесть! Я не успел съесть! Короче, ладно. Вот сейчас я потерял уровень, это печально. Именно потому, что я цветок-то схватил и не успел его схавать. Все, ребятушки, давайте на этом будем заканчивать. Я что-то прям как-то вот даже не знаю. Там типа да, можно дальше пройти, но как с ними бороться и что с ними делать? Смотрите, 4 смерти, блин, на нижнем уровне. Он туда наверх идти. Кстати, как вариант, мы сейчас относительно недалеко. Вот сюда вот пробираться, вот здесь. Я не знаю, как мне пролезть дальше. Хотя вроде оно выглядит, что там что-то где-то как-то можно. И оно даже показывает, что мне туда, но я там не могу дальше пробраться. Внизу полно хищных клякс, и я без понятия, что мне с ними делать. Хотя я относительно вижу, что происходит, но сделать я с ними ничего не могу. Пока что, по крайней мере, как мне кажется. Хотя, знаете, у страха глаза велики. Поверху можно попробовать пробраться, наверное, я даже не знаю, вот сюда вот, может, какой-то район. По сути, мы сегодня достаточно большой кусок исследовали с двумя убежищами. Место отвратительное, ничего не скажу. Вот просто мне очень сильно не нравится, но... Знаете, со всем этим можно было бы жить, если бы как-то не вот эти кляксы. Ну, короче, ладно, посмотрим. Пишите, что вы думаете в комментах. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем малышек. Всем покеда.